Доброго времени суток, дорогие друзья! И в этом видеоролике мы вам покажем, как сделать так, чтобы телефон запоминал, в каком месте мы сделали фотографию с помощью Xiaomi Mi 9 SE. Для того, чтобы это сделать, нам нужно войти в нашу камеру, дальше нажать в правом верхнем углу на три полоски и выбрать пункт настройки. Дальше мы пролистываем практически в самый низ и видим пункт, который называется «Сохранять место съемки». Мы включаем его. И теперь, после того, как мы делаем какую-либо фотографию, мы можем нажать справа снизу на подробности о фотографии, и мы видим, где делалась эта фотография. И нажав на нее, нам даже показывает точные координаты, где делалась данная фотография. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, надеемся, что смогли вам помочь. Пишите ваши отзывы в комментарии. Всем спасибо и всем пока.